Исполняющим обязанности председателя Госкомитета Башкортостана по молодежной политике стал Вита Сабиров. О новом кадровом назначении сообщил глава региона Ради Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии. Предыдущий руководитель Госкомитета Яна Гайдук покинула свой пост по собственному желанию. Желаем успеха. Вы уже давно в молодежной политике, опыт есть, так что давайте засучивайте рукава и вперед. Башкирия в пятерке лидеров по объему полученных грантов в стране. Координационный совет фонда президентских грантов подвел итоги первого конкурса в наступившем году. Для понимания, за 4 года мы привлекли вот в эту сферу 365 миллионов. Вот. А из бюджета республики, например, вот в прошлом году, мы выделили 220 миллионов на развитие институтов гражданского общества. Это поддержку культуры, языка, каких-то общественных инициатив. А в этом году 280 уже миллионов. 20 школ и колледжей Башкортостана оснастят оборудованием для обучения в сфере беспилотных авиационных систем. По этому показателю республика на первом месте среди отобранных для финансирования субъектов страны. Башкирия участвует почти во всех федеральных проектах по развитию беспилотников. Предприятиями республики в прошлом году произведено более 1000 БПЛА. В этом году планируется произвести еще около 4000. При этом Ради Хабиров подчеркнул, что необходимо ориентировать производство не только на военную, но и на гражданскую сферу. Уже в марте этого года в Уфе начнется строительство регионального научно-производственного центра на территории радиоэлектронного парка РВ-1. Наша республика вошла как раз в 12 пилотных регионов, где будет создаваться научно-производственный центр. Научно-производственный центр – это где будет наука, производство, центр коллективного доступа. То есть выделяют федеральные средства на оборудование. Сегодня как раз с производителями, с университетами, с колледжами отрабатываем то оборудование, которое сегодня нужно. Усилиями полка Башкортостан в декабре прошлого года была прорвана оборона противника в зоне СВО. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, Ради Хабиров вручил бойцам мотострелкового полка медали генерала Шаймуратова. Хотел сказать, что мы всех, безусловно, ждем домой, выполнив свой воинский долг. Самое главное, живыми и невредимыми. Вот здесь вся управленческая команда республики. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. И для нас главная задача – это обеспечить вас всем необходимым. 662 дома, 206 дворов, 758 подъездов приведены в порядок в минувшем году в рамках программы по капремонту МКД, комплексному ремонту подъездов и программы «Башкирские дворики». Определены и победители конкурсов благоустройства. Так, лучшим домом в Уфе стал дом 12/2 по улице Мубарякова. Двор дома 44 по улице Транспортной победил в конкурсе на лучшую придомовую территорию. Лучшим подъездом жюри признало подъезд дома 8 по улице Левитана. Зульфия Суйргулова, вся Уфа.